Привет, ребята! Наша Настюшенька заболела. У нее ангина. Покажешь мне, что ты смотришь? А потом будем принимать лекарства. Она. Настюшенька, пора обшикать горлышко. Ты готова? Да. Открывай ротик. Мы сейчас в Германии, поэтому лекарств тут очень мало, которые можно купить без рецепта. Сейчас измерим температурку. Мы очень надеемся, что до врача не дойдет дело. Температура пока в норме. Будешь опять смотреть мультики? Да. Ну, посмотри немножко, а потом у нас будут следующие процедуры. Хорошо? Да. Моя же ты хорошая. Еще попшикаем. Мы купили вот такое интересное лекарство в аптеке. Сказали, хорошо, помогает от горлышка. Нужно по одной капельке каждый час. Попала? Ну-ка. Как на вкус? Кисленько. Кисленько? Да. Мультики. Мультики? Держи. Еще часок, и потом опять у нас процедуры. Хорошо? Да. Скажи, так краснючий. Вот это мы с тобой находились, наверное, по детским площадкам, там и зацепили. Ну что, готова? Еще разок. Какая Настюша молодец, она все беспрекословно выполняет. Не хочет к врачу, да, наверное? Бе. Бе. Еще мультики. Ну смотри, а я пока тебе сделаю чай. Настюша хочет показать вам своего нового пупсика. Он плачет по-настоящему. Видите, у него слезки. Покажи, как он работает. Вот тут в головешке у него нужно кнопочку нажать. Вот, смотри, у него как слезки льются. Прям как будто плачет по-настоящему. Ребят, пишите Настюше комментарии. Я буду ей читать, чтобы ей не было так скучно болеть. Чтобы она поскорее поправилась. Открывай рот пошире. Какая ты умница! Мультики! Опять мультики? Держи. Ай, к Насте, приехала! Про лайк Насте смотришь? Да, там акула приехала.
Да ты что? Давай вместе посмотрим. Давай. To the playground, playground, playground. Let's go to the playground. Come on and play. Let's go to the playground, playground, playground. Let's go to the playground. Come on and play. Let's skip, skip, swing on the swing, jump and play. Skip, skip, swing on the swing, jump. Надеюсь, на завтра будет лучше. Спокойной ночи, Настюша. Пока.